просит простить за задержку, это я виноват, не смог оторвать Ольгу Юрьевну и Дмитрия Викторовича от стендов, которые представляли прекрасные наши стендисты. Сегодня с нами Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер правительства Российской Федерации. Ольга Юрьевна, председатель Порткомитета того, что вы видите в этом павильоне. Дмитрий Викторович Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации. Заместитель председателя Оргкомитета. И Гульнас Мануровна Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Мы собрались в этом зале для того, чтобы открыть, собственно, нашу деловую часть. Ольга Юрьевна, вам слово, как вам удобно. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я очень рада всех поприветствовать на замечательном событии – открытии Межмосковского международного салона образования. Для нас, для правительства Российской Федерации, в целом для Российской Федерации, это важнейший образовательный проект. Он проходит всего в третий раз, но вы видите по числу участников, по числу посетителей, насколько он соответствует ожиданиям системы образования. Россияне очень много уделяют внимания образованию, всем видам образования. Здесь представлены и дошкольные системы образования, и общее образование, и дополнительное образование, и так называемая пятая четверть. Это программы для летнего отдыха детей. И востребованность этих программ сегодня трудно даже переоценить, потому что сегодня и то, как к этим программам, к новациям в области образования относятся организаторы образования, педагоги, родители, учащиеся, общественность. Это все заслуживает сегодня самой высокой оценки, самого пристального внимания. Когда я сюда шла, мне в речь была поставлена такая цифра. Я должна была обязательно сказать, что на салон придут более 40 тысяч посетителей. Вот мы еще не открыли салон, а уже отметка 30 тысяч пройдена. Поэтому мы понимаем, что салон, который состоится в этом году, он существенно перекроет все те ожидания, которые с ними связывали его организаторы. В этом салоне заявились на участие представители 70 стран мира, более 1000 экспертов. И те стенды, которые мы сегодня видим, они действительно дают новый импульс и самой системе образования, и тем компаниям, фирмам, которые работают для обеспечения и развития системы образования. Это один из самых ярких содержательных проектов. Мне хочется пожелать успехов и самому проекту, и всем тем участникам, которые приехали для участия в этом салоне. Спасибо огромное, успехов! Спасибо большое, Дмитрий Викторович Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации. Уважаемые коллеги, Московский салон образования действительно стал одним из центральных событий года в нашей области. И здесь уникальная площадка, где обсуждаются и фундаментальные проблемы образования, будущее образование, сценарии его развития и показаны те образовательные продукты, программы, оборудование, за которыми будущее. В этом смысле могу сказать, что заглянуть в будущее дано далеко не всем, но все, кто приходит в эти дни на Московский салон образования, имеют такую возможность. Здесь показано будущее нашего образования. Огромное спасибо всем, кто здесь показывает свои результаты, свои достижения. Большое спасибо всем, кто интересуется этим и приходит в эти дни на ВДНХ, на эту замечательную выставку в наш павильон. И огромное спасибо Ольге Юрьевне за постоянную поддержку нашей отрасли, которую мы, безусловно, каждый день ощущаем. Всем еще раз большое спасибо и успех. Спасибо большое. Гульнас Мансуровна Кадырова, пожалуйста, вам слово. Министерство промышленности и торговли в этом году выставило отличный стенд, на котором были объединены десятки проектов, и, собственно, на них мы и задержались.
Уважаемые коллеги, я всех поздравляю с открытием салона и хочу поблагодарить Министерство образования за ту возможность, которую нам предоставили российским промышленникам показать свою продукцию, решения, в том числе и по доступным объектам и услугам. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить нашу экспозицию. Есть что вам показать, и нам хочется услышать от вас обратную реакцию, что вы ждете от нас. Спасибо. Спасибо большое. Когда мы обсуждали, как мы будем проводить вот главное событие, когда скажем, что салон объявлен открытым, когда все соберутся для того, чтобы понять, как мы будем жить эти 4 дня, мы обсуждали формат. И Ольга Юрьевна предложила, давайте мы на открытии не будем говорить больших длинных слов, а просто назовем тех, кто за прошедший год с прошлого салона, за этот салон достиг каких-то успехов таких значимых и серьезных. Причем успехов не только в сфере образования или в своей непосредственной деятельности, а успехов в сфере социального партнерства, построения сетей, когда нужны усилия очень многих команд, очень многих людей из разных отраслей, из разных регионов, из разных стран. И я надеюсь, что вот такое награждение, вручение благодарственных писем в присутствии Ольги Юрьевны и еще наград, которые мы сегодня презентуем впервые, будет хорошей традицией на будущее. Если нет возражений, Ольга Юрьевна, Дмитрий Викторович, приступим. Уважаемые коллеги, в эти дни, ну, буквально сейчас, вчера было открытие, проходит огромный форум в Московском государственном университете Ломоносов. Он связан с научными достижениями детей. Более 9 тысяч детей были приглашены, около 4500 принимают участие очно, и все это проходит вот в эти дни, мы надеемся, что некоторые будут на салоне. В этой связи, Дмитрий Викторович, благодарность Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению Московскому государственному университету имени Ломоносова за развитие сетевого партнерства и создание условий для поддержки талантливых детей. Попрошу представителя МГУ принять благодарность. И я попрошу не уходить, коллеги. Мы в прошлом году мы внедрили такую форму, как награждение медалью Московского салона образования. В этом году мы продвигаем это дальше. И вашему коллективу вручается медаль. Ольга Юрьевна, можно попросить вас? Спасибо. Дмитрий Игоревич, Ольга Юрьевна, попрошу не уходить. Спасибо большое, коллеги. У вас была возможность фотографироваться. Партнерский проект, который мы видели на стенде, называется он «Навигатор образовательных технологий». И две компании, которые участвуют в этом процессе, без них бы это не было создано. Хотя там десятки компаний уже присоединились, и мне хотелось их назвать. Федеральный государственный бюджетный образовательный учреждение, Московский государственный машиностроительный университет. И фонд образования, который занимается навигатором образовательных технологий, и медаль Ольги Юрьевны. Процедура у нас еще не отлажена, мы совершенствуемся. Соответственно, руководители этих организаций получают благодарности. Уважаемые коллеги, у нас среди молодежных организаций, которые занимаются воспитанием молодежи, есть и ветераны. Одной из них, общественная организация «Российский союз молодежи», в этом году исполнилось 25 лет. Но награда за развитие социального партнерства в сфере выявления и поддержки талантливой молодежи не за это, а за их огромные успехи, в том числе «Студенческая весна», многие другие акции. Ольга Юрьевна, Дмитрий Викторович, в рамках программы развития дополнительного образования у нас созданы ресурсные центры федерального значения. И сейчас, я надеюсь, на сцену выйдут несколько организаций, в том числе Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания, Центр спорта и образования «Самбо-70». Вот вы представите. Всероссийская федерация борьбы самбо и Министерство по молодежной политике, образования и культуры Республики Карелия. Все эти 4 организации создали и внедрили успешно первый этап проекта «Самбо в школу». Дмитрий Викторович недавно убедился в этом.
и объявила о начале второго этапа. Николай Семенович, я попрошу передать всем наши благодарности и поздравления. Спасибо большое. В рамках этого салона состоится огромное количество событий, связанных с работодателями. И наш постоянный партнер – Международная ассоциация корпоративного образования, которая в том числе является инициатором форума «Форсаж», в котором принимают участие очень многие, в том числе корпорация «Росатом». Мы попросим выйти на сцену для получения награды. Ольгу Галышенкову и представителя корпорации «Росатом». Спасибо большое, и мы надеемся на продолжение. Спасибо. Международный благотворительный общественный форум «Диалог культур. Единый мир». Мы знаем их проекты «Этномир», проекты по всему миру. Мне кажется, не менее 30 стран, в которых вы осуществляете свою деятельность, продвигая российскую культуру. Благодарим вас за это и желаем дальнейших успехов. И, уважаемый Дмитрий Викторович, мы хотели бы выразить слова благодарности общецерковной аспирантуре Русской Православной Церкви за ту большой вклад, который осуществляется в деле духовно-нравственного воспитания, просветительства, культурного наследия. Награду принимал митрополит Илларион, отвечающий за это направление на Московском патриархате. Уважаемые коллеги, это не все награжденные, нам предстоит еще очень много. Ольга Юрьевна, я хотел бы сказать, что здесь в первых рядах сидят министры образования стран ЕАЭС, с которыми сегодня был диалог, представители европейских структур, ведущие специалисты в сфере образования во многих странах мира, из Германии, Франции, из многих других, Азербайджана, Армении. И мы хотели бы в вашем присутствии сказать от Ирана и многих других сказать огромное спасибо, потому что это действительно их присутствие делает салон образования уникальным. И здесь где-то был профессор Красноухов. А можно вас на секундочку? Извините, Ольга Юрьевна, Дмитрий Викторович, Гульнас Мануровна, вы постоянно что-то дарите людям и делаете хорошее, а вам, ну, по крайней мере, от нас редко. Я хотел бы, господин Красноухов, чтобы вы представили вашу разработку, которую вы сделали специально к салону. Подарят, да. Но это уникальная история, она, можно сказать, в единичных экземплярах. Дело в том, что наш коллега каждому салону образования разрабатывает новую русскую головоломку. Да, Дмитрий Викторович говорит, что предыдущая головоломка на неделю выключила работы, но это еще более сложное. Пожалуйста, вручите, может быть, скажете несколько слов. Вот эти элементы МСО 2016. Задача исключительно трудная, поскольку мало поддается компьютеру. Здесь она уже в решенном виде, потому что мы знаем, поскольку вы заняты. Ольга Юрьевна собрала очень быстро. Дмитрий Викторович тоже достаточно быстро. Спасибо. Уважаемые коллеги, к следующему салону образования у нас будет новая головоломка. Нет, вы соберете раньше, я в этом уверен. Я прошу прощения, пожалуйста, микрофон лучше забрать, так легче управлять процессом. Мы хотели бы пригласить Ольгу Сергеевну Забралову, заместитель вице-губернатора Московской области, которая хотела бы Ольге Юрьевне вручить медаль, благодарственное письмо, оно тоже есть, но сейчас оно до нас дойдет, за огромную помощь
подготовке салона, а также в развитии государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей. Спасибо большое. Я думаю, мы проводим наших гостей. Я дальше объявлю порядок работы. Спасибо. Хотя я говорил, сегодня гости, хозяева, организаторы этого процесса. Уважаемые коллеги, через 2 минуты в этом зале начнется пленарная дискуссия, извините, под моим модераторством, в которой примут участие митрополит Иларион, Жан-Марк и другие коллеги, которые приглашены к участию. Через 2 минуты мы начнем в этом зале, я попрошу поставить столики. Речь пойдет о трендах и...